вечер, уважаемые болельщики. Мы приглашаем вас на волейбол в эфире «Локомотив-Арена». Это значит, что очередной домашний матч проводят новосибирские волейболисты. И сегодня соперником «Локомотива» будет красноярский «Енисей». Мы приглашаем вас посмотреть эту игру вместе с нами. А мы, это я, комментатор Максим Замятин, и моя прекрасная коллега Мария Тисевич. Центральный блокирующий «Енисей» на подаче. Хороший планер, справляется Атанасов. Итог достает здесь Баев эту доводку. Есть прием у новосибирцев. И снова повторяет первый темп Константин Абаев. Связующий перестрелку первыми темпами. Хорошая подача, ну и прием хорош. Здорово, Семен Дмитриев атакует в диагонали. И вроде бы было там два защитника, но как будто только помешали друг другу. Первый темп от Лыдзика. И играет Александр Янтов в защите. Не будет атаки у Енисея. Зато и еще один шанс Лыдзик для Дмитрия Лыдзика забить этот мяч. И Антон Максимов подает у гостей. Не стал рисковать. Ох, переходящий мяч при этом зарабатывает для своей команды. И сразу же атака для Енисея. Тут снова переходящий. Еще одна доигровка. И мурашка здорово по линии. Стык между Ильясом Куркаевым и Амаром Курбановым проходит этот мяч. Игровщику хорошая подача. Но какая доводка у Енисея. И здесь очень зряче действует Максим Бочаров. 22 номер. Здорово, да. Доигровщик гостей цепляется активно Енисей за каждое очко. Не дает Локомотиву возможности уйти в отрыв. Еще один переходящий для Красноярска. Резкая скидка Дмитриева. И Константин Абаев с обманом оставляет на одном блоке Матина Атанасова. Классная атака. Вроде здорово выбрал место Александр Янутов. На подаче Игорь Филиппов. И его планер справляется. Амар Курбанов. Атанасов. На одном блоке Атанасов, но смягчает его Константин Осипов. Мурашка. И подключает Мурашка. Не сыграл в защите Казаченко. Все здорово. Вышел, увидел, подставился, но не смог обработать этот мяч. Абаев подает у хозяев. Хорошее смягчение. Спасает мяч Атанасов. А задней линии подключения. Роман Мартынюк на здорово месте. Какая защита. И здесь от левой рукой скидка от Атанасова. Есть. Бьет связующий красноярцев, но не спасает мяч Абаев. Хотел сказать, что много сумбура у Енисея, но Локомотив сыграл сам очень как-то непонятно. И у нас что, просмотр будет? Да. Казаченковым. Эта пара второй раз уже зарабатывает очки. Лызик. Выбитый мяч у Енисея. И на тройном блоке Бочаров спасает Мартин Атанасов. Здесь сейчас на тройном блоке Казаченков что придумает? Укороченный накат на месте Осипов. А Мурашка закрывает Амар Курбанов своим блоком. Да, эмоциональный момент. Вы были близки к красноярцу. Янутов принимает. Хорошая доводка от Либера. И Ильяс Куркаев закрывает Игоря Филиппова. Здорово. Ох, спасает мяч Янутов. И мурашка передачи на Бочарова. По было блоку, смягчение. Но на месте Мартынюк. И подключение задней линии. Мартин Атанасов. Как красиво, красиво забивает 24-й мяч. Ну и Роман Мурашко. Смотрим, как на него это повлияло. Это аут. Это аут. Ошибка при подаче. Это означает, что первая партия подошла к концу. 25-19. Выиграла команда «Локомотив». Тысячу раз на этой арене я слышал от тебя фразу. Да, Эрик, я согласна. Согласна, что наши победят. Согласна, что «Локомотив» сильнее. И сейчас я попрошу тебя сказать мне еще раз эту фразу. Да, я согласна. Ты станешь моей женой. Я согласна.
Еще одна семья родилась на Локомотив-арене. Есть прием, хоть и на 5 метров. И в этот раз Максим Бочаров уверенно действует в атаке. Снова мурашка. На этот раз не стал силовую подавать. Здорово забивает капитан. Две подряд передачи центральному блокирующему. Отметили мы, кому больше всех было передач. Хорошая удавка Курбанова. И здесь готовы были к скидке Абаева. Хотя достаточно нечасто скидывают связующие новосибирцев. Но здесь прям ждали его. Ну и вопросы к своему молодому доигровщику Максиму Бочарову. Что бить по рукам далеко. Но еще один блок от Амара Курбанова на Романе Мурашко. Да, вы что, хотите сделать из них лучших блокирующих на подаче гостей? Есть доводка от Курбанова. И первый темп здорово скидывает Илья Скуркаев. Видел, что нету либера на площадке. Скуркаев. Достает мяч Осипов. И здорово подключает заднюю линию. Готов был к этой передаче Бочаров. Так, красивый, динамичный момент. Есть прием у гостей. Мурашко, есть смягчение. Достает Курбанов. И Мартин Атанасов, скидка на тройном блоке. Будет бить Дмитриев, рисковал. Да, здорово, и на подаче Константин Осипов. Хороший прием от Курбанова. Мартин Атанасов в одиночный блок попадает. Мартин Казаченков скидывает, сам себя страхует. По рукам играет Мартин. Первый темп. А первый темп Красноярска забивает. Есть прием от Мартынюка. Казаченков. Забивает Илья Казаченков из второй зоны. Справляется сразу Кирилл Урсов. Играет в защите Игорь Тисевич от первого темпа. Есть переброс. Еще одна доигровка для Красноярска. И здесь уже здорово на одном блоке. Забивает Бочаров, не замечая рук Казаченкова. Переднюю линию, а Бочаров подает. Спасает мяч Мартынюк. Но переходящим мячом сразу пользуется Игорь Филиппов. И 25-20. Ну, касания сетки не было. И счет становится 1-1. Да, вторая партия окончена. 20-25. Енисей ее выигрывает. Снова Лызик. Хороший прием у Красноярска. И Роман Мурашко не замечает блокирующих Дениса Корягина и Илья Сокуркаева. Не в темп. Мурашко подает. Атанасов принял. Выбитый мяч и передача от Корягина. Нужно было, конечно, чуть-чуть поаккуратнее ее сделать. А Константин Осипов очень уверенно скидывает. Никто ему не мешает. Денис Корягин вообще не ждал такого развития событий. А Мурашко готовится бомбардировать своими подачами. Мартынюк. Спасает мяч Мартынюк. А Атанас... Денис Корягин. Корягин на тройном блоке. Бочаров. И спасает, достает Казаченко в этот мяч. Будет переброс. Доводка от Янутова. Еще одна доигровка от Енисея. Не попал. Очень хотел забить этот мяч Роман Мурашко. И очень высоко выпрыгнул. Тут выше рук и далеко за улетает. Снизу либо куда-то бежать нужно было. Сам он подает. Мурашко. Снова не попал. Не попал. Попадает мяч в площадке, в самый угол, по линии. Классная, быстрая атака. Либо очень рано пришел Игорь Филиппов, ему пришлось зависнуть. Либо все-таки ошибка связующего. Тут смотря как договаривались до этого. И как пробил сейчас Дмитриев. Снова атака Семена Дмитриева. Сравнивает счет. Хороший прием от Атанасова. Дмитрий Лызик уверенно действует в атаке. Мне кажется, первая передача в этом сете на Дмитрия Лызика. Цинабаев сам же на подаче. Бочаров принял. Дмитриев. Еще одна атака в то же место. В одну точку два раза подряд забивает Семен Дмитриев. Семен Дмитриев. Хорошая доводка от Лызика и классная атака Ильи Казаченкова по линии.
в этом розыгрыше было здорово все. Сумачаров. Снова выбитый мяч. И через всю площадку на Казаченкова передача Абаева. Но Янутов в защите. И здесь тройной блок. Здорово он дошел, Мартин Атанасов. Именно в его руки попадает сейчас атака. И плюс два для Локомотива. Еще одна от Игоря Тисевича. Здесь накат, но готов был к этому Семен Дмитриев. И мурашка на одном блоке пробивает руки Мартина Атанасова. Казаченко поднимает мяч. Мяч Красноярск. Здесь нужно довести. Идеальная доводка. И Казаченко на одном блоке смягчает Роман Мурашко, но далеко улетает мяч и забивает Илья, зарабатывая сетбол в третьей партии для Локомотива. И это эйс. Это эйс от Мартина Атанасова. Но не торопимся. Просмотр. Будет просмотр. Настаивает опытный либеро, что касания пола не было, только его руки. Он принял этот мяч. Контакт мяча с площадкой. На это и просмотр. Был ли контакт мяча с площадкой? Уверен Александр Янутов. Но здесь сложно с ним спорить. 40-летний либеро, такой стаж и опыт у этого игрока. Да, ну и плюс... Но, с другой стороны, авторитет. Даже если были только руки, но насколько высоко подлетел мяч? Помог бы кто-то из игроков Енисея в этот момент Александру Янутову или все-таки нет? Готово у нас решение. И очко в пользу Локомотива. Не позволяет достоверно подтвердить или опровергнуть факт совершения данной ошибки игроков. Поэтому ранее принятое решение остается возможно, в силе. Что мяч был в руках, площадки не было. Там атакует второго арбитра гости. Все, завелись игроки Красноярского Енисея. Тут сейчас, возможно, будет карточка, но нет. Третью партию со счетом просто 25, показывают 26, переход, да, смену переход сторон. И 2-1 становится в пользу новосибирского Локомотива. Да. Ну и Илья Скуркаев напоминает Янутову, что, в принципе, первое касание было не самое чистое, независимо, коснулся мяч пола или нет. Ну, а у нас все-таки уже началась следующая партия, четвертая. Почему Дима Лызик доводит этот мяч? Ну, все-таки не центральный блокирующий должен доводить фрибол, который переброшен двумя руками. Хорошо, что все хорошо кончается. Мурашко не перехитрил Локомотив, а вот сейчас... Все грамотно сделал Игорь Филиппов, дождался, когда мяч перелетит. Абаев на подаче. Идеальная доводка у Красноярска, спасает мяч Локомотив, но не до конца его спасают. Все-таки забивает первый темп в усеченном составе. И либеро Максименко играл полевым, поставил блок Максиму Михайлову. Я думаю, то, что будет он долго помнить этот памятный день. Семен Дмитриев подавал. Хорошая доводка. И Корягин здорово атакует сейчас болгарский доигровщик, который заменил Курбанова по ходу матча. Мочаров. Закрыли его блоком, но... Решил подстраховать Александр Янутов, думая, что мяч будет в площадке. Здесь решили не блокировать эту атаку. И теперь уже Локомотив в защите. Одна доигровка у Локомотива на месте Александр Янутов. Нужно перебросить этот мяч красноярскому Енисею. И еще одна доигровка. Игорь Филиппов закрывает Ильяса Куркаева. Один в один ставит блок Игорь Филиппов. Это не первый раз, когда он отлавливает центрального блокирующего Локомотива. Да, здесь вроде бы все хорошо. 13-14, Игорь Филиппов и его планер. Плохой трудности прием у Локомотива. Это просто переброс. И сейчас идеальные условия для атаки у красноярского Енисея. Не забил Дмитриев.
Зато забивает Мартин Атанасов, изменяется перед Романом Мурашко. Тут не готов был диагональный Красноярска. Не понял он, где прошел мяч, но, можно сказать, на одном блоке был Мартин Атанасов, поскольку не успевал Антон Максимов. На подачу Янутов принимает, и первый темп не проходит. Минусе. Атанасов, смягчение. Ну, на месте Александр Янутов и еще одна доигровка у Красноярска. И Мурашко не забил. Константин Абаев, какая защита. А здесь еще и Казаченков пасует первому темпу. И все-таки падает вот, этот мяч. Два человека смотрели на этот мяч. Мартин Атанасов почему не поднимал эту скидку? Почему ждал Романа Мартынюка? А подача Дмитрий Лызик. Хороший планер, но есть прием от Александра Янутова. И здесь переходящий мяч реализует Роман Мурашко. Это заключительная игра регулярки. Курбанов подает. Зарабатывает переходящий для своей команды. Не реализует его сразу Илья Скуркаев. Борется Енисей до последнего. Еще один блок. И снова страхуют. Три блока отстраховались, но на четвертый. Четвертый Мартин Атанасов и Илья Скуркаев закрывают так, что некому подстраховать этот мяч. Но хочется отметить страховку красноярского Енисея. Тайм-аут команды Енисей. Это эйс! Ну что же. Это эйс. Со спокойным лицом заканчивает матч Игорь Тисевич. 3-1. Пользу Локомотива. Поздравляем новосибирский Локомотив. Говорим спасибо за такую достойную игру, борьбу красноярский Енисей. Да, матч был боевым, но Локомотив одерживает домашнюю победу, последнюю в регулярном чемпионате. 3-1 по партиям. Ну и мы увидимся уже в плей-офф, куда мы всех болельщиков, всех любителей волейбола и приглашаем. Этот репортаж для вас вели Мария Тисевич и я, Максим Замятин. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся на волейболе. Всем до свидания. Хороших выходных.